кукуруза Ракель, биколор. Посев в сотую кассету. Угоняем рассаду. Пленочное укрытие. Тут у нас томат, здесь у нас сладкая кукуруза Ракель. Идем сюда в баньку, видим тут арбуз Элюафи, перец богатырь, базилик, баклажан, и там в тумане у нас находится рассада арбуза. Прошло совсем немного времени. Чуть более 2 суток. Кукуруза Ракель выкинула калиоптиль. За неделю вымахала. Уже третий настоящий листочек лезет из калиоптиля кое-где. Из-за того, что они стояли в разных местах от греющей трубы, то, соответственно, и скорость была неравномерной. Здесь мы перенесли в обычную неотапливаемую теплицу. Они у нас тут поперемешались все, поэтому кое-где, хоть сегодня высаживай, такой стадии они достигли, а кое-где они только-только проклевываются из калиоптиля, естественно. Вот. Теперь мы их держим на холодном пайке, чтобы они слишком не перли в рост. А иначе хоть завтра высаживай в открытый грунт. Прошлогодняя капельная лента, Star Drop называется, неплохо себя показала. В этом году будем использовать Neo Drip. Вылив 1,6 литр в час с каждого эмиттера, шаг через 15 сантиметров. Так, смотрим на таблицу. Таблица. Так, ищем наш. Вот 1,6. Так, капельная 25. Так, что-то тут и нету 15. Ну вот самое меньшее через 20 сантиметров 1,6. Если растянуть рядок от лохлета 81 метр, это будет хорошо проливать. Если 100, то уже на 80%.
было старый добрый рынкоукладчик с фрезой. Лопата. Обязательный инструмент человека, который дома на рисаде. Первичка светостабилизированная. 15 микрон. Тестируем пленку. Мульчу от фирмы Agroplex. Город Краснодар. ПЕ. Полиэтилен какой-то там. Ну, ПНД типа. 800 миллиметров ширина, 15 микрон толщина, длина рукава 1715 метров, 19,6 килограмм. Партия 004, изготовлена 20 года, 12 месяца, 13 числа. 8 апреля, высаживаем кукурузу ракель в открытый грунт. 5000 корней. Собачка бегает. Эта собачка вот что сделала, вот такую как темно уже. А мы тянем пленку.